Когда речь идет о 13-й домашней победе подряд, язык не повернется назвать это число несчастливым. Репутацию числу 13 торпеда поправила, разгромив Череповецку и Северсталь. Принципиальный матч между соседями по западной конференции начался с атак хозяев. Гости удерживали оборону 3 минуты и 28 секунд, до тех пор, пока Дмитрий Макаров, получив шайбу в центре площадки, не продрался на оперативный простор и не прострелил мимо Тарасова, причем в падении. Следующими атаками нижегородцы просто-напросто вскружили голову обороне череповчан, заставляя зрителей вскрикивать после очередного опасного прострела. Гости перешли из обороны в нападение ближе к концу периода, но безуспешно. Вторая 20-минутка началась с атак Северстали, благо у сталеваров было численное преимущество. Но дождавшись равенства составов, торпедовцы переместились к воротам Тарасова и добились успеха дважды в течение 39 секунд. Сначала Хиетанин мощным броском прошил пространство между собой и воротами, а затем Угаров, прорвавшись по левому флангу, сделал передачу на пятачок, попал в конек Пуистоле, после чего шайба срикошетила в незащищенный угол ворот. Северсталь меняет вратаря, но и Василию Кошечкину быстро продемонстрировали, что такое не везет. Двухметрового без коньков гиганта к перерыву дважды огорчили двое Потаповых, сначала Алексей, затем Максим. В обоих случаях баллы за ассистирование получил Владимир Галузин. Между этими голами менять вратаря пришлось торпедовцам, причем Виталий Коваль пострадал в неигровом эпизоде. Он, дружинемец, проезжая мимо, попал Виталию в незащищенное экипировкой место. В результате Пекету Окколи пришлось продолжить следить за разгромом Северстали не со скамейки запасных, а со льда. Уже на 37-й секунде третьего периода Александр Евсеенков, как заправский снайпер, отправил шайбу в ворота 6-0. Это, кстати, был единственный в матче случай реализации численного большинства. Да вы знаете, мне кажется, больше везения, наверное, получилось, потому что я выехал, мне великолепный пас отдал Дмитрий Макаров, я выехал, просто там никого не оказалось. Сделал немножко паузы и просто бросил в ближний угол. Я думаю, что это просто везение. Минуту спустя Северсталь зевает прорыв Зайнулина, и 25-й номер шанса огорчить гостей в 7-й раз не упускает. Тренерскому штабу Северстали для погашения пожара в своей команде приходится брать тайм-аут. Тренеры хозяев начинают тасовать звенья, экспериментируя новые сочетания. В итоге гостям удалось отличиться. В момент броска Чудинова перед воротами торпеда было столпотворение, и Туокколо не увидел броска. Но шайба престижа не улучшила настроение главному тренеру. На пресс-конференции Дмитрию Квартальному подбирать слова было нелегко. Сегодня было очень хорошо. Торпеда, я имею в виду. Мы сегодня только смогли, может быть, один период с ними играть на равных. К сожалению, потом у нас все развалилось, и у нас торпеда очень легко взяла. Мне больше ничего. Итог матча 7-1. После новогодней домашней серии 18-3. Сложно припомнить, когда «Торпеда» выигрывала в последний раз домашнюю серию с разницей плюс 15. Joukkue tekee sovittuja asioita. Наша команда сегодня играла так, как мы договаривались, то есть как согласовано было. Pelaa isolla itseluottamuksella. С большой уверенностью играла команда. Ja on taisteleva joka tilanteessa. И сражалась в каждом игровом эпизоде. Se on tuonut meille hyvän tuloksen myös tänään nämä kolme asiaa. Именно эти три момента, важных момента в игре, принесли нам победу в сегодняшнем матче. Täytyy olla voittojen alla kuitenkin täytyy olla aina nöyrä. Ну и даже когда выиграешь, в общем-то нужно держать ноги на земле, не витать в облаках. Пелит tulee olemaan kovia tammia helmikuussa. Значит, потому что и в январе, и в феврале очень хорошие, жесткие матчи. И siihen meidän pitää olla valmis. И к этому нам нужно всегда быть готовым. Одержав 13-ю домашнюю победу подряд, наша команда увеличила отрыв от Северстали до 10 очков, сравнялась по очкам с 4-й командой Запада, московским «Динамо», и приблизилась к лидеру своего дивизиона, подмосковному «Атланту», на расстоянии 1 балла. Тем принципиальнее следующий матч. 12 января «Торпеда» играет в Мытищах. Владимир Широков, «Торпеда ТВ».